привет на сцені Fathers. Це ми, ті мужики, які кинули виклик жінкам, що один рік без їх допомоги справимося з дітьми. Ага, ви завкинули, а слово не здержали. В смислі? А тренер у нас хто? Ну, Яна. А она кто? Кто? Непонятно? Непонятно. Пожалуйста. Буква Б. Баба. Не, ну да. Ну да, мы же только избавились от женской диктатуры. И теперь нам не придется стирать вещи. Да! И теперь нам не придется мыть посуду. Да! И теперь нам не придется ложиться спать в 10 часов. Да! Малышня, вы палку не перегибайте, хорошо? День, я старался. И вообще, в нашем коллективе так будет с каждой женщиной. О, ребят, привет, извините, что опоздала, что-то голова так болит. Сегодня вообще не мой день. Ладно, все, начинаем. Нет, не начинаем. Я, ну такая ситуация, ну мы как бы детям пообещали, что ну вот целый год будем одними мужиками. Придумай что-то, поэтому уходи. А, ну. Да, ухожу. Давай, уходи. Давай, иди, иди. Иди, я. Денис, да перестань нажимать на голову этой куклы. Выкини ей вообще! Ну что ж, теперь таким мужским коллективом, поехали! Двое мужиков, двое пацанов. Мы рычимся, жить команда! На футбол сходить, школу пропустить, это все, что от жизни надо. Может, кто-то забылся, где якашка команда на сцене? This is the Fathers. Вот чертяка, не зе, а ве, ве. This is the Fathers. Если спросят детей, чего деньги не сдал, контрольную не написал, сменку забыл, то у них на это один постоянно ответ. Если что, я с батей. Всі батьки постійно відтягують той момент, коли потрібно з дитиною поговорити на відверті теми. Отож, син в черговий раз приходить з таким запитанням до батька. Пап, що ти хочеш? А звідки беруться діти? Фух, в капусті знаходять. А як вони туди попадають? Лелека їх туди приносить. А де лелека їх бере? Циган забирає. А цигани ти їх беруть? У людей крадуть. А люди ти їх беруть? А люди вже сексом займаються. От доставте мене, іди з циганами пообщайся лише. Всі ми знаємо, що діти, вони як губки, поглинають всю інформацію, яка їх оточує. Отож, син повертається додому з дитячого лагеря. Какая осінь в лагерях, кидает листья на запретку. Вечер в хату, батя. Куда скатку кинуть? Деня, яку скатку? Так, батя, я там... Рулив, розрулював, не спав, не жрав. Деня, ти як розмовляєш? Ти що, не розумієш? Я в лагер загримів, 3 місяці відмотав. Так що це літо я заповню надовго. Ну все, побазарили розход. Деня, ми тебе взагалі-то в англійський лагер здавали. I know, father. Я не понял, а что это в тебе на спи... Это что, церковь с куполами? Не церковь, а Golden House of God. Английский все-таки? Английский все-таки, підтянешь его, давайте. Так, пацаны, что за проблемы? Какие еще проблемы? Че Янку в команду не берем? Она че тебе сестра? Сестра это у медиков, а у меня она братан. А вы знали, у нас когда хомяк умер, я плакал, она хоронила. Она когда меня спалила, что я за гаражами курю, она знаете, что сказала? Дурак, палочками возьми, чтобы руки не воняли. Да она даже ободок унитаза не опускает. А вы что, не видели? У нее вообще привычки, как у мужика.
Ой, да какие там привычки, чего вас умоляю? Ластик, по-моему, у нашего тренера есть такие задатки. Проверим. Інколи у батьків бувають такі моменти, коли потрібно взяти свою дитину з собою ж на роботу. Все в нічого, але ж професії вони бувають різні. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Чуш, малий, ну виключи інтернет, ти задолбав, за цілий день ні одну задачку не зробив. Ой, ти за цілий день жодної косинки не розклав, ну я ж тобі нічого не кажу. Не розклав, чуєш, ти знаєш, що твій батя на прошлій неділі всіх преступників розклав? Тако на! Мощний в тебе батя. Капітан, принімай. Давай, зараз покажу, який я мощний. Заводьте. Папа, я взагалі-то вже лікарів не боюся. А, лікарів, да, звісно. Слышь, начальник, а малого-то за що? В школі швидко бігав. Це взагалі-то мій син. Что смешного? Я просто себе представила, если я своего малого на работу возьму. Капитан, до телефона. Ладно, сиди тут, я скоро приду. Ну что, малой, как тебе с копом живется? Знаете, с ментом лучше было. Тогда хоть как-то договориться с батей можно было. А вы как сюда попали? Не поверишь, дорогу в неправильном месте переходила. Я поражаюсь. Ну вы ж, наверное, до людей спешили. У вас все-таки важка профессия. Вы людям помогаете, не досыпаете ночами. И все это за те копейки, которые вам платят. Да. Спасаю. Так, гражданочка, мы там по базе пробили, это ваше всего лишь первое нарушение, так что все, можете быть свободны. Слышь, начальник, а хороший у тебя сын растет? В каком смысле? Ну это первый мужчина, который за последние 2 года в разговоре мне в глаза смотрел. Аривидерчи. Давай. Чего ты дивишься на меня сидишь? Не, ну мне реально вот такие глаза. Ты нормальный дядя. Папа! Папа, мы после выступления, как всегда, домой. Малой, какой домой? Я уже столик заказала. Мужикам кальян, вам приставки, бургеры. Посидим, я ж тут живу, мне тут заскучено. Ну, видите, малышня, мы же вам говорили. Буква Б. Братан. Ну, раз уж мы такой мужской компанией все вместе собрались, может, мы как-то на недельке в баньку поедем? Мальчики, ну вы как бы не перегибайте. Я так и знал. С вами была команда Fathers. И наш братан Яна Бойко. Спасибо.